русский язык, постановка звука рэп, логика внимания-память, работа с буквами. Сначала записываем простым карандашом, потом прорабатываем э, цветной ручкой. Если вам надо запомнить стихотворение, а ребенок плохо учит, попробуйте подключить движение. Перекидывайте с мячиком. Фонематический слух, звукобуквенный анализ. А, пожалуй, никто, кроме логопедов, столько не уделяет внимания этой теме. Дети даже с минимальными дезортическими проявлениями, они требуют совершенно другого подхода. Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас приветствовать сегодня замечательным летним днем на нашей платформе Мерсиба. Рада, что вы все пришли. Да, я читаю, какая у нас с вами собралась компания. Наши коллеги с нами из Воронежа, из Саратова, из Омска, Барнаула, Дивногорска, Ставропольского края. С удовольствием сидела, читала города Донецк. Лариса ждет с нетерпением встречи. Самарская область с нами. Саратов, Абакан, Байкал. Ой, Барнаул. Всех-всех вас очень рада приветствовать, потому что тему, которую мы сегодня Крым вижу, все с нами, все тут с нами собрались. Коллеги пишут, что тема для вас актуальная. И действительно, знаете, когда дети уходят на каникулы, дети из детского сада, да, часто Родители интересуются вообще, что специалист советует делать во время каникул. Потому что у детей много свободы, много свободного времени, и слава богу, что они гуляют и занимаются спортом, возможно, да, и так далее, и так далее. Много у них всяких активностей, как сейчас говорят. Вот. Но ну, мне кажется, что э, всегда можно найти время, чтобы э, играть в наши игры Mercibo, потому что они замечательны тем, что в игровой веселой форме, э, в таком формате, который ну, невозможно слишком долго играть, потому что все-таки они требуют некого напряжения ума, тем не менее, э, я всегда предлагаю игры наши летом, либо по подписке, если у вас с подпиской вы успели, допустим, акции воспользоваться на даче или где-то дома у вас есть интернет хороший, или же вот с помощью флешки. Сегодня показываю вам нашу премьеру, нашу новую флешку, которая называется «Развивашки Смерсибо. Она ориентирована на родителей и специалистов. Да? И поэтому, когда у вас родители будут спрашивать, например, что вы посоветуете, то вы можете им в качестве совета сказать, вот «Развивашки Смерсибо такой хороший комплекс интерактивный, который вот, не требует интернета. Во-вторых, он именно так создан да, и так скомпонован, что все необходимые игры у детей будут. Сразу вам скажу, что мы подбирали игры такие вот для детей от 5 лет. Да? 5, 6, 7 лет – отличный вариант. Вот. И я вам хочу сказать, что дети, я уверена, вы тоже об этом знаете, они все таки любят, когда вы выставляете некие, некие рамки. Да, вы, например, предлагаете детям в это поиграть, чтобы там вот вы побегали, вы поспали, вы отдохнули, а вот теперь поиграть. Когда у детей структурирован день какими-то интересными мероприятиями, то и ребенку так легче, да, он не разбалтывается в состоянии вообще чем заняться, куда метнуться, у него какое-то есть расписание. И вот игры ⁇ Развивашки Смерсибо ⁇ которые вот у нас так подписаны. Приветствую всех, кто присоединяется, коллеги из Грозного, из Донецка. Всех вижу, всех приветствую. Смотрим с вами игры, которые собраны на флешке, которые называются ⁇ Развивашки Смерсибо ⁇ Предлагаем с вами родителям и смотрим, какой у нас здесь набор. Видите, вот я загрузила эту флешку, она загружается очень быстро, как вы знаете. Еще раз повторюсь, замечательно тем, что не требует интернет. Ульяновск, Ирина вас приветствую и э, открываем нашу флешку. Вот смотрите, как она выглядит, да? Значит, здесь у нас Три раздела основных – «Отличная память», «Хорошее внимание», да, универсальный материал, который можно а, играть со всеми детьми и наблюдать за детьми, как они реагируют, как они справляются, сколько времени уходит у, у них на игру. Да. Плюс еще такой мой совет, да, когда приходят дети и собираются все вместе, да, два-три человека, друзья, вот тоже можно им дать им в этом случае, да, если я все время, когда веду вебинары, комментирую, вот специалист наблюдает за детьми, он им подсказывает, направляет, анализирует и так далее, то вот, вот эти игры, да, если играют дети несколько человек, они сами уже друг друга контролируют, проверяют и так далее. Здесь вполне можно им отдать на откуп, так сказать, вот эту игру. И раздел, еще раз повторюсь, отличная память, хорошее внимание, читаем легко и весело, да, игры, которые позволят детям освоить чтение, закрепить навык чтения, потому что так или иначе к пяти годам, да, дети уже знают, что такое буквы, уже э, читают слова и так далее. Кыргызстан, Макеевка, все присоединяются, коллеги, всех вас вижу, передо мной чат, и я всех вас читаю. Вот. И пять по математике. Так мы назвали раздел с математическими играми. Повторюсь, эти игры есть на сайте. Если у вас подписка и вам так удобнее, тоже можете предлагать этот материал. Но флешечка тут все собрано, все вместе развиваемся. Давайте посмотрим раздел «Отличная память. Хорошее внимание». Ну, наша любимая болотная свадьба. И прежде чем запустить игру, подсказываю вам, видите, раз такой значок печатной машинки нарисован, то плюс к этой игре есть еще печатное задание. Видите, у болотной свадьбы кушать подано, волшебное зелье, у этих игр тоже есть. Смотрим с вами болотную свадьбу. Эй, русалка, выходи, рвется сердце из груди. Водяной пришел с подарком, я специально сейчас закрыла звук коллеги, чтобы вам показать, что делаю каждый раз, когда запускаю новую флешку, что у вас всегда фоном будет музыка. Но вы можете сейчас зайти в настройки, как я нажать на ноточку и снять галочку со слова музыка. Можно вообще и диктора убрать и звук, но мы с вами убираем музыку. Потому что в данном случае я вам комментирую, и мне не хочется перекрикивать музыку в трех. Часто это отвлекает детей. Удмуртия на связи. Всем здравствуйте, наш постоянный слушатель. Спасибо, Алена, я вас рада видеть и приветствовать. Итак, наш водяной да, всегда такая тема. Водяной пришел с подарком: восхитись и удивись. Вот. И начинаем мы с малого, да, вот у нас такие малые. Форму. Хорошо. Собираем браслет для нашей русалки. Сначала не хватало одного элемента, потом двух элементов. Ребенок смотрит, анализирует, если дети играют вдвоем, втроем подсказывают друг другу. Может быть, мышку друг у друга забирают, чтобы самому вставить, да? И тут Верно. тоже момент, как договориться, сделать это по очереди. Мы, я всегда наблюдаю, как это дети. Иногда такой момент, знаете, прямо ссоры. А вот, может быть, то, а может быть, и это. Донецк, приветствую, Наталью, присоединяйтесь. Самый Смотрим раз. игры развивашки Смирсива. И видите, все больше и больше элементов необходимо нам поставить. Мы э, предлагаем ребенку из нескольких предметов выбрать. Поэтому Здесь можно понаблюдать, справляется он или нет. И я догадываюсь, что дети-то могут быть самые разные. Да? Кому-то это все легко и просто, а для кого-то проблема. Да? Поэтому а, я и показываю вам подходящий. игры, чтобы вы видели, какой у них уровень Пришло время бусы. Продолжаем ну, собирать и так подарок. Далее, да? Алгоритм у нас примерно один и тот же. То бусы, то браслеты, а дальше еще будет красивый пояс. Но если там два элемента чередовалось, то теперь э, чередуется три элемента, да, и ребенку это, это не это то. ребенку предлагается, ой, сообразите. Так, жук тын тырын тын тырын. Хорошо. Верхняя пышма вместе с нами. Ну и так далее, да, значит. Игра достаточно длинная, поэтому интересно, действительно, когда дети обмениваются Мышкой, и все вместе собирают браслет. Там в конце очень такой приятный момент всегда у нас есть. Напоминаю, есть печатное задание ко многим играм: Саратов, Краснодарский, край, Литомак, коллеги, всех вас рада видеть. Также обращаю ваше внимание: да, потому что есть вопросы, на какой возраст рассчитаны? Если здесь, я сразу говорю, 5-7 лет, но вы можете э, увидеть дополнительную маркировку. Она, конечно, достаточно условная, одни дети, четырехлетние дети, уже могут играть в игры по. Посложнее, а иногда 7-8-летние дети берут материал только для 3-4-летних детей. Тут мы с вами как дефектологи, как логопеды такое много раз наблюдали. У нас здесь всегда указан возраст и степень сложности игры. Бюро находок очень любит эту игру и всегда мой посыл ⁇ придумывайте свои задания к уже существующей игре ⁇ да, можно брать ее в любые занятия. Я вот сегодня видел, уже работает летний лагерь. Может быть, вы тоже в нем работаете, или же знаете, что там есть материал какого-то интерактива, тоже можно им предложить наши развивашки. Всех приветствую, кто присоединяется. Бюро находок. Такая тоже многофункциональная игра. Уже 9 часов. Пора открывать наше бюро находок будем помогать всем, кто потерял свои вещи. Поможем смотрителю бюро находок вернуть людям их вещи. На работу собрался, а его нет. Такой острый, тяжелый, железный. Давай ключ от четвертого чуланчика. Здесь по описанию нужно догадаться, что за предмет острый, тяжелый, железный. Пока ребенок запоминает эту конструкцию, его отвлекаем тем, что нам нужно именно ключ под номером 4. Вспоминаем, да, ребенок удержал в памяти, что это такое тяжелый железный. И здесь смотрите, какая хитрость у нас. Пила, но пила женского рода, да, поэтому насколько ребенок воспринимает грамматический момент тяжелый, железный, нужен мне для работы. Пила тоже тяжелая и железная, но она женского рода, и ребенок это слышит. Оренбург с нами, Москву горячо приветствую. А -хе -хе. Хорошо, что нашелся. И вы видели, я в настройках поставила пять предметов. Можно поставить больше. Ой, простите, я вчера в такси забыл это. Ну, такой длинный, полосатый, шерстяной. Помню, помню. Ищи ключ от второй комнаты. Длинный полосатый шерстяной. Санкт-Петербург и Юрга всех я вас приветствую радостно. Ну и так далее. Да? Смотрите, ребенок описывает, вернее, слышит описание, выбирает ключ и достает этот предмет. Предметы специальным образом так подобраны, что тут все тут есть. Полосатое, все может. Подходить под это описание, да, поэтому здесь особое внимание мы тренируем. Якутия с нами. Вообще классно. Новосибирск. Спасибо, что нашли. Этот шарф мне бабушка вязала. Вот такие вот у нас персонажи. Ну, понятно, приходит. Спасите! спасите, помогите. Кто-то забыл диван, кто-то забыл балалайку, очень много предметов. И интересно, что каждый раз вы приходите, и э, предметы все время новые. Да? То есть это не, не один и тот же набор, там достаточно их много. Ну, новогодние прятки всегда предлагаю играть зимой, там нужно искать предметы, которые спрятались друг за друга, кушать подано, тоже отлично тренирует память, когда назвали, какое блюдо надо принести, и из нескольких на полочке выбираем то, что назвали. Но особо любимое детьми – это волшебное зелье. Конечно, очень красочная игра, отличная тренировка памяти. Здесь как раз и пригодится коллективный подход, кто-то запомнил, друг другу подсказываем, волшебное зелье. Смотрим, Калуга присоединяется, коллеги, чита с нами, Валентина. Смотрим с вами новую флешку, называется «Развивашки с Здесь такой материал для детей 5-7 лет, для того, чтобы летом не забыть все то, что мы знаем, и как-то вот и, и, закрепить свои знания, и поиграть, и познакомиться. То есть, конечно, в таком лайт-режиме играем вместе с детьми. Волшебное зелье. Ярославль вижу. Смелее, смелее, дружок, в дремучий лес заходи. Волшебные зелья сварить мне помоги. Бросай в мой котел только то, что я велю. Сосредоточься и запоминай, что нарисовано на картинках. Да не промахнись! Ой, коготь и хвост. Всего два предмета. Коготь ворона кидай в котел. Это был коготь ворона, да? Пока у нас два предмета, потом их становится все больше. Посмотрел ребенок, видите, достаточно быстро закрылась картинка. И нужно помнить, что нарисовано. Жирное зелье будет, молодец. Так, уже три предмета запоминаем и говорим, надо произносить. Листочек, жук, ягода. Что-нибудь съедобное подбрось в зелье. А у нас тут был листочек, жук, ягода. Значит, ягода съедобная, выбираем ее. Жирное зелье будет, молодец. Ну такая бабушка симпатичная, дети ее любят. Так, ну все усложняется задача: жук, комар, воробей, листок. Добавь пару молодых насекомых. Жук. Комар. Воробей-листок. Вот нету ручки снова записывать. Выходит. Так, ну у нас там будет шесть максимум, но это все сложнее. Комар, горох, шишка, муха, хвост. Хорошо рыбий хвост да горох для густоты ну, все, я уже забыл, где там. Тут, что ли? А рыбий хвост? Ошиблась, а вот а тут а он был. А Точно, а он а же последний не был. в котел полетела! Макеевка с нами, Иркутская область, коллеги. Нарушил ты Ой, мой все, рецепт. Все, бабушка Уши прочисти, глаза протри. Да начинай снова. Вот снова. Нет, я не могу. Жук, горох, шишка, а муха это... Хорошо б рыбий хвост да горох для густоты ну, зелья. Слава... Кидай. Слава богу, все то же самое. Бурятия, Лариса, Лариса, запоминайте вместе со мной. Шесть О, предметов давай, это тяжело. Будет. Сейчас посмотрим. Ой, гриб, гриб, листок, че, червяк, чё че, гриб? Грибачков, на для бульона вкусного. Швыряй сюда. Бурятия с нами. Два гриба, по-моему, в начале. О. Готово, мое зельюшка. Ну что ж, снимем пробу. И вот тут у нас с вами чудеса? Ну как я тебе? Не зря над зельем колдовали. Я мечтаю стать еще прекраснее. Лишь, Поможешь надо бы сделать раз? эту заставочку, чтобы она не так быстро прилетала, чтобы ребенок мог посмотреть. Ой, ну привет из Шлиссербурга. И с Адыгей, и искоми коми. Прекрасно. Волшебное зелье посмотрели. Зимнее окно. Тоже хорошая игра, чтобы ставить симметрично снежинки. Да, то есть посмотрите такой набор. Вот этот мы смотрим к тем, кто присоединяется. Коллеги развивашки Смерсиба такие, видите, и зимние есть игры, и на то, чтобы запомнить предметы, да, зрительная память тренируем. Ну и, конечно, пираты клад и пингвины невидимки. Вот эти вот игры, прям такая самая выжимка. Еще раз повторюсь, они есть на сайте, но мы собрали материал на флешку, который называется «Развивашки с Вот, и здесь тренируем у детей и память, и внимание, и так далее. И все это, как вы видите, в такой необременительной игровой форме ребенок играет и хорошо говорю, это сделать с друзьями, не знаю, с бабушкой. Ну, короче, такой досуг вполне себе для лета очень симпатичный. Давайте с вами посмотрим игру "Пингвины невидимки", "Пираты клад". Вы помните, там нужно две клетки вверх, три клетки вправо, шесть клеток вниз и так далее. А вот пингвины-невидимки тоже отлично зрительное внимание, просто вот глазомер тренирует, и дети могут с ней ставить свой собственный рекорд. Ты когда-нибудь видел исчезающих пингвинов? Этот редкий вид птиц живет далеко на севере. Сейчас мы с ними познакомимся. Включи свое внимание и следи за птицами. Как только пингвин исчезнет, жми на то место, где он только Сложность что был. Сложность игры, смотрите, можно попроще, можно. всего один пингвин. У... Щелкай на то место, где По он появился. По умолчанию появится. средняя степень, можно и попроще поставить. То есть видите, только я подниму глаза на камеру, я сразу пропущу пингвина, поэтому задача ребенка смотреть. И вот это умение сосредоточиться, не отвлекаться. У нас пока пять пингвинов. Два пингвина. Укажи точно те места, mm -hmm. где они были. Ну вот два пингвина уже надо, конечно, зрение напрягать и выискивать их. Как только я видите, глаза на чат поднимаю на другой монитор. Сразу могу отвлечься. Да, видите уже какая задача непростая. Теперь мы увидим трех пингвинов. Начинаю вот их ловить. Сложности у нас. Три пингвина. И, конечно, знаете, дети при старт входят, чтобы всех их поймать, потому что как только мы с вами ошибемся, игра у нас завершается. Четыре пингвина. Справишься? Ой, не знаю, ой, не знаю. Не, знаю. Вот. не поймал 25 наш рекорд пока что. у меня рекорд был 29. Я Неплохой результат. и, и не. Еще можно распечатать за задание и дать детям, да, вот такая симпатичная игра. То есть вот это блок на флешке тех, кто Уфа присоединяется, Запорожская область радостная восклицательными знаками смотрим развивашки с мир Сиба, говорим о том что летом тоже нужно детям давать какую-то пищу для ума да помимо того что они читают развлекаются где-то отдыхают но вот эта флешка прям хороший такой материал и родителям вы тоже можете его отличным образом советовать вот, момент чтения, так как мы говорим о детях после пяти лет, да, а мы видим здесь 6-8 лет, 7-9, даже вот такой уровень указан. Но ну, опять же говорю, коллеги, я его писала достаточно условно, да, представляя некого среднего ребенка. Здесь хороший материал, самые такие симпатичные игры подбирали. Сейф секретом часто вам показываю, где нужно соотнести букву с символом каким-то, и таким образом на клавиатуре набрать слова. «Береги лоб» буквально в прошлый раз вам показывала, когда из слога появляется слово, из слово. Да, одна буква и вот уже слово. А вот «Слоновью западню» давно не показывала игра у нас на глобальное чтение, когда ребенок сначала запоминает, как пишется слово, потом его собирает. «Слоновья западня». О, какой ужас! Наш слон попал в беду! Мыши дикари хотят поймать и съесть его. Только ты можешь помочь ему. Запомни слово, которое появится на экране, а затем нажми кнопку справа. После этого собери то же самое слово, перетаскивая буквы на свои места. Чем быстрее будешь собирать слова, тем быстрее слон выберется. Ну что, надо спасать слона, да? То есть сама по себе даже история такая нелепая, да? Слон залезает по веревке, спасаясь от дикарей-мышей, которые кровожадно на него смотрят. Ребенок смотрит на слово, он его читает, возможно, да, и запоминает последовательность букв, и потом нажимаем на стрелочку. Распадается наше слово, и мы снова его собираем. Вернее, ребенок, да, перетаскивает мышкой, буквы в нужном порядке. Ага, отлично. Торт, да? Сколько ребенку понадобится времени? Вы можете его спросить. Все, запомнил, тогда нажимай. А если дети играют самостоятельно, да? А я хочу вот присоединяться к нам коллеги Башкортостан вижу Тамара, Ирина, Ольга, Оксана, вот я хочу сказать, что можно такое такие игры доверить детям уже самостоятельно играть, тем более если в компании, если пришли друзья, они сами будут друг другу подсказывать. И вот мы с вами собираем. Так, а в настройках смотрим. Ничего нет. Думала, может, там слов можно больше или меньше. Нет, их тут семь штук по умолчанию. Все. Ага, отлично слова разные длины из трех из четырех из пяти букв вот таким образом ребенок собирает читает вслух да то есть как бы все это превращено в игру не то чтобы у него как-то а, большие сложные тексты тут были и он бы не хотел нет игра веселая интересная он видит как слон все время поднимается повыше ага, отлично еще раз говорю, игра Слоновье западня. Нажимаем на стрелочку и собираем слово, предварительно посмотрев, как оно пишется, как оно читается. Молодец, немного времени выиграли. И я думаю, у вас будет возможность, тем более хорошим материалом посмотреть, чем дело закончится и как негодуют мыши и как ликует слон, когда он залез наверх. Также есть печатное задание. Новосибирск. Приветствую, коллеги. Всех вас вижу. Очень мне нравится игра Дилин. Получилась она симпатичная, потому что нужно здесь, конечно, ребенку подумать у себя в голове так как-то пошевелить мозгами, чтобы соединить разные слоги в слова. Декатилин. Будем с вами изобретать новое лекарство. Исцелин. Добро пожаловать в химическую лабораторию. Будем изобретать новые лекарства от всех болезней. Посмотри на слог в большой колбе слева. Это начало слова. Перетаскивай и переливай те колбы, которые образуются этим слогом слово. Будь внимателен, не ошибись. Пойдем в настройки и посмотрим количество раундов, может быть, 2, 3, 4, да, длиннее или покороче. Главная колба содержит слог «ти», и мы смотрим, если мы соединим П, есть такое слово, тип есть. Процесс пошел. А, тиски есть такое слово. Да? То есть, конечно, дети там 5-6 лет вполне могут не знать, что такое тиски или тиски они будут думать, да, поэтому мы тут можем им помочь прокомментировать. Слово слова есть. А что это такое? «Ти-жа». Есть такое Процесс слово? Нет пошел. такого. А «тигр»? «Тигр» есть. Выбираем эту колбу. Отличное слово. Остался последний слог, и он стал таким словообразующим для других. «Жар» берем. Да, здесь всего два раунда, мы можем довести игру до конца. Есть такое слово "жабры", да? Все верно. То ребенок соединяет один слог с другими и анализирует. Есть такое слово, существует ли? Все верно. Жаба, есть такое слово? Жало. Отличное ребенку, слово. Что это такое, если он не знает? Все идет по плану. Идет по... Лекарство готово. Ты помог синтезировать новый препарат. Ну-ка, прочитай название. Название такое. Тижазан. Вот Тижазан от всех болезней. Аптеки ждут еще У -у -у. лекарств. Давай изготовим. Я вижу ваш комментарий. Я тоже рада, что мы как-то пораньше. И все-таки в Кабаровском крае, ну, ну, хотя бы не в три часа ночи нас смотреть. Уже хорошо. Ой, в лаборатории это я насисала, все готово. Что да? мы будем Приступаем еще. к процессу создания нового лекарства. Летний режим, да. И, значит, вот мы посмотрели с вами дикатилин, вспомнили игру ⁇ Береги лоб ⁇,⁇ Слоновья западня ⁇ Вот так вот можно их играть, перебирать эти игры. И детям, конечно, интересно. Сокровища фараонов показывала в прошлый раз. Помните, когда у нас был вебинар по чтению, а клубничный рейсы относительно... В игре «Береги лоб» с прилагаемым словом есть слово «прыщ». Не очень уместно, но ну, не знаю, Мария. Слово «прыщ» существует, «прыщи» есть. Да? То есть мы каких-то неприличных слов не брали. Мне кажется, что почему нет? Слово «есть», как говорится, а чего-то нет. клубничный рейс» с вами посмотрим. Игра э, рассчитана на то, что дети очень часто не дочитывают слово до конца а мы их стимулируем читать как следует. Игра «Клубничный рейс». Куда мчится наш герой? Ну, конечно, в Уренгой. В Уренгое нет клубники. Без клубники жизнь хоть вой! Нашему водителю нужно отвезти целую машину клубники на север, в город Новый Уренгой. Слушай внимательно и помогай герою правильно выбрать города и поселки, которые надо проехать. Курс на коровина. Да, видите, коровина. А так слова все хитро подобраны, что ребенок может первое попавшееся выбрать. И Коровякина, и Коровьевал, но нам надо Коровина. Нужно запомнить это слово, да, и различить, так сказать, дочитав до конца его среди похожих названий населенных пунктов. Едет наш герой, ну, конечно, Гурин Гурин. приветствую, коллеги, смотрим, флешку назовем. Петухова, нам туда! Смотрим флешку развивашки с Мерсиба. Вот Ирина, Светлана, Ольга к нам присоединяется. Нам надо в Петухово. А у нас тут Петухинск и Петушкина. Или Петушкино. ребенок за этим за всем наблюдает. Надо проехать малышастого. Угу. Нижний Тагил присоединяется у а тут Малышкинск, Мышкин очень похожие слова. Да? Есть искушение выбрать быстренько что-нибудь, чтобы доехать. Но задача прочитать. Да? И опять же, ребенок а, может ошибаться. Ничего страшного. Да? Играть, дети, кто-то друг у друга вырывает мышку, не туда поехали. Это все элементы игры, это все наблюдение. Плубника едет, видите, Новый Геройск! Нам туда! Что мы тут На Ищем. Ищем Куздаль. Поехали в Куздаль. Большие куруны нам Видите, туда. Это большие. И куличи, и курбаки, и куруны. Как ребенок запомнит, да, как справится. Если э, запутался, можно попросить повторить, щелкнув на нашего водителя. Большие куруны нам туда. Нижние персты ищем. Ох, тут у нас все нижнее. Там большие, нижние, да, столько. Я думаю, если по стране кататься, столько названий интересных увидишь. Но тут мы их частично, конечно, придумали. Осталось чуть-чуть. Ищи новый Урингой. Видите, как хитро. Новый Угенрой. Урингой и Новый Урюпинск. Да, тоже внимательно надо прочитать. Еще раз повторюсь, игры есть на сайте. Если вы пользуетесь подпиской, это вам вообще отлично открыты очень много игр. Но флешка развивашки с Сиба, которую мы сейчас с вами смотрим, она прямо сконцентрировала все игры, которые пригодятся старшим дошкольникам летом. И родителям также можете ее смело рекомендовать. Вот и новый урингой! Ван, клубника, нам домой! Привезли. Ну, досмотрим концовку, раз справились. Вкусная клубника. Не зря везли. Ешь на здоровье. Ну, вот такой вот прекрасный момент в жизни наступил. Еще можно повезем клубнику. Задания, можно пойти поесть клубнику. Да? Тоже очень здорово будет. Ну, не так часто показываю. Вот отважного Фридриха вам показывала недавно. Дана, где флешку? Я прямо сейчас, ближе к концу, скажу, как ее купить на нашем сайте, в магазинчике. Все это у нас есть. Я вам все покажу. Тем более, что сегодня, раз это премьерная флешка, у нас традиционно на нее э, большая скидка. Неожиданная смузи. Тоже, я думаю, очень азартная игра. Детям понравится. Значит, еще раз прокомментирую. Смотрим развивашки Смерсибо. Игры для дошкольников. Как весело из пользы провести лето? Дорогие друзья, сегодня у нас по плану приготовление вкусного и оригинального коктейля из. О, о, что за безобразие? Откуда на кухне обезьяна? А? Уберите ее немедленно. Эта <гас> безобразница додумалась сборник рецептов измельчить. Придется нам с вами восстанавливать ценную книгу. Находи слова в строчках с буквами и выделяй их щелчком. Когда все слова найдем, книга восстановится. О -о -о. Видите, как буквы перемешались. И в каждой строчке мы должны с вами найти что-то съедобное. Здесь мы видим слово груша. Это так. Ирина, мы где-то час сегодня будем работать, поэтому вы все успеете. Может быть, чуть больше часа. Вот Эльвира подсказывает. Вот так. Ищем здесь слово арбуз, да? А как ребенку найти в потоке букв слово четкое, которое есть начало и конец? Слов все больше. Да, поэтому где-то подсказываем, где-то смотрим. Нашлось еще одно а, слово. Не, не только съедобное, но вот слово нож то есть нечто, имеющее отношение к кухне к готовке. Это так. Так, здесь у нас терка. Хорошее словечко. Здесь у нас ложка. Есть такое слово. Так, а тут у нас даже есть слово миксер. Так, миксер. Угу. Это так. Пока слова. Uh -huh. Это uh -huh. так. Пока слова длинные, да, в них можно много чего запечатать, потом они становятся короче. Слово Киви попалось нам. Нашлось еще одно слово. И слово изюм. Нужно различить в этом потоке букв. Хорошая словечко цифра 7 да то есть у нас строчки по 7 букв это так ребенок читает если он сам по себе играет да я хочу сказать что тут не страшно если он находит играет молча так и бог с ним конечно когда рядом специалист тут уж мы все комментируем мы просим чтобы он все говорил вслух. это так не говоря о том, что такую игру можно потом вместе с ребенком придумать на бумаге. Нашлось да, потому еще что такой одно пример. слово слово сыр здесь спрятан. Это так. Здесь у нас горох разместился. Слов все больше. Валентина, вы опоздали? Мы смотрим флешку развивашки с Мерсибо. Чем летом заниматься, чтобы было интересно и полезно. Нашлось еще одно слово. как мы достаточно быстро с вами играем. Но как играть, в каком темпе дети, тут уж это все по-разному. Видите, осталось четыре. Поэтому здесь у нас уже слова. Есть такое мы слово? Все, просто убираем. Задача ребенка – прочитать так. готовое слово. Правильно. И здесь будет интересный момент. Доводим игру до конца. Здесь есть прямо стимул у нас ее довести игру до конца, чтобы посмотреть, что нас там ожидает. Слов все больше. Все верно. Слова собраны! Книга восстановлена. Теперь выбирай продукты и переноси их в миксер. Будем готовить коктейль на твой mm -hmm. вкус. Вот будем готовить коктейль, будем делать смузи. А для этого нам с вами что предложено? Так, в настройках у нас набор 1, 2, 3, 4. То есть тут у нас тоже будут разные с вами наборы. Редиска, клубника, помидоры, малина. Все разное. И здесь ребенку дается полное право сделать смузи из редиски Редис... и с клубникой, например. Клубника. Включаем кнопку. На вид красота. На вкус гадость. На вкус гадость, честно сказали нам. Коктейльчик. А на вид Приготовим. красота. Да, поэтому каждый раз будет новый комментарий, и детям это очень нравится. Вот такая игра неожиданная смузи. И она чем-то напоминает отважного Фридриха. Там тоже нужно найти слово в другом слове. Но Придрих посложнее, потому что идет на время. Да? Еще раз говорю, мы прокомментировали блок Отличная память, хорошее внимание ⁇ читаем легко и весело. И с чем еще с детьми заниматься? Математикой. Многие любят математику, игры очень симпатичные, подобраны именно так, чтобы 5-6-летние дети вполне справились. Даже первоклассники любят играть в эту игру, потому что они здесь справляются и повторяют материал, который им уже хорошо известен. Ну, одна из наших старинных игр – это «Дедушка в аэропорту». Ты когда-нибудь летал на самолете? А вот наш дедушка летит впервые. Помоги дедушке найти правильный выход. Сам он не справится. Послушай фразу диктора и щелкни на число, которое было названо Внимание! Началась посадка на рейс до Владивостока, выход номер 13 и понять двузначное число. 13. Да, сопоставить. Вообще, конечно, вот, английский язык да, и французский хорошо учить, потому что всегда такой затык идет с цифрами, когда тебя произносят и ты начинаешь в голове соотносить эту букву. Поэтому тоже можно ее применить, не эту букву, да, а это число на иностранном языке. Но для детей, которые не так давно освоили в общем, числовой ряд, это тоже момент такого подумать, вспомнить, выбрать. Вот такой у нас веселый дедушка. Внимание! На коляске, на Началась стуле. посадка на рейс до деревни Гадюкина. Выход номер 16. 16 в деревню Гадюкина полетели. Опаздывающие пассажиры, быстрее занимайте места. Внимание! Началась посадка на рейс до Барнаула. Выход номер вот 18. У нас тут я читала привет из Барнаула, так что к вам летит веселый дедушка. А вы видите, что здесь около его, так сказать, фотографии меняется число, сколько осталось выходов. 16, что ли, сказала? Дедушка, это другой рейс. Ошиблись. Внимание, началась посадка на рейс до Барнаула. Выход номер 18. 18. Камила спрашивает, где найти эти игры. Камил, я показываю флешку. На этой флешке игры, э, называется развивашки Смерсиба. А как ее купить? Сейчас буквально через некоторое время покажу, как это сделать. Она приходит в течение нескольких дней, а сегодня она идет у нас с большой скидкой. Внимание! Началась посадка на рейс до деревни Гадюкина. Выход номер 16. Повторяем, да. Тут, по-моему, вот что у нас есть. Каком вам, видите, до 20. А вы можете вот переставить и сделать до 50, пожалуйста. Внимание! Начинается посадка на самолет. Просим приготовить посадочные талоны. Внимание! Началась посадка на рейс до Ашхабада. Выход номер 14. Угу. Дагестан, Астрахань к нам присоединяется, коллеги. Смотрим развивашки с Сиба, игры в данном случае на математику. Внимание! Началась посадка на рейс ну, и так до далее. Ставрополя. Вот. Выход номер Ставрополь сегодня 12. тоже с нами, Ставропольский край, я видела. Ну, соответственно, видите, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Потом дедушка посадим дедушку в самолет и он благополучно полетит к своему внуку в гости да поэтому э, все понятно и дети играют в игру до конца угу. камил если вы э, живете не в россии во первых мы переправляем не в россию вот не сможете ее оффлайн получить мы ее переправляем по почте Поэтому надо узнать у нашей техподдержки, отправляется ли в ваши края. Ну, а вот, например, оформить подписку и пользоваться нашими играми можно уже, конечно, в любом месте. Нижний Новгород, приветствую. Жадные пылесосы, чудесная игра, уже такая у нас, как Катерина пишет, очень занимательный материал для детей. Он занимательный и развивательный, да, и такой игровой. Смотрим жадные пылесосы. Пылесосы бросают тебе вызов. Если уже умеешь считать, то смело принимай его. Если не умеешь, то скорее учись. На экране появляются группы разных предметов. Внимательно слушай вопрос и нажимай ответ на правильном красном пылесосе. Сколько здесь сладостей? Что у нас здесь сладости? Раз, два, три, четыре, пять. На красном пылесосе пятерка. Отлично. Есть, видите, из всех предметов надо понять, что от нас требует и выбрать именно эти предметы. Сколько здесь горьких плодов? В принципе, здесь все горькое, наверное, и чеснок, и перец. Отлично. Сколько здесь предметов одежды? Mm -hmm. Выбираем и только на красный пылесос нажимаем. Считать умеешь? Нравится детям сам момент поглощения пылесосами всего, что там пришло. Иркутск. Сколько здесь подземных жителей? Ну, будем считать, что это червяки. Уверенно идешь к победе. По умолчанию обычно семь таких вот раундов. Сколько здесь носков? По-разному все время звучит вопрос, да? Сколько сладких? Сколько колючих? Сколько носков? Сколько э, каких еще? О, ой! Не торопись, будь пока рассуждала, пока рассуждала, зеленые пылесосы утащили наши носки. Сколько здесь осенних листьев?» Не будем считать, что это кленовые. Отлично! Сколько ягод на картинке? И каждый раз ягоды могут в разном составе выезжать, да? Тут Считать надо быть внимательным. Умеешь? Прекрасный результат по математике тебе пятерка. Пятерку получили, всегда приятно, да, пятерку то получить. Еще посоревноваться. Вот. Затем игра "Бобр добр", да, часто, не знаю, как вы, мы в детстве играли в такую игру, когда нужно загадать число и вот эта вот тема больше, меньше. Здесь тоже мы повторяем с детьми все числа и учимся сравнивать, что больше, что меньше. Покажу игру "Бобр добр". Видите, две звездочки здесь. Значит, такая средняя степень сложности 5-8 лет, и печатный станочек нарисован, чтобы вы могли себе еще и задание распечатать. Жду. Давно жду помощника для строительства плотины. Я знаю, сколько нужно свалить деревьев. А сможешь ли ты угадать это число? А? Пиши каждый раз число в окошке а я подскажу, больше оно или меньше. Начинай! Значит, мы пишем число 87. Мое число О, больше. Больше? Больше. Значит, здесь до 100. Мое число меньше. 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 Как меньше? еще меньше? <звы> Остается один вариант. 92. Ура! Правильный ответ! Начинаем строительство плотины. Вира вот помалу! Какой симпатичный момент в этой игре. одну плотину. Построим? Друзья, видите, какая она короткая игра, и можно а, угадывать вот эти числа в большом количестве. Также у нас здесь присутствуют игры на состав числа. Это «На горном склоне» и «Ход-дог». «Межпланетный туризм». Новая игра. Честно сказать, забыл даже, как она выглядит. «Несметные богатства». «Сравниваем больше-меньше». Вот, и бабушкины запасы. Игра такая непростая. Давайте посмотрим состав числа с нашей собачкой и межпланетный туризм. Еще раз напоминаю: значит, на всей флешке развивашки Смерсиба у нас блок игр на хорошую память, отличное внимание. Читаем легко и весело посмотрели игры на чтение. И вот эти игры опять по математике. Такие простые математические игры, в которые можно и поиграть, и повторить материал. Игра хот-дог. Кто тут у нас сидит? Кто у нас самый голодный? Ну, дружочек, подожди немножко. Сейчас мы тебя покормим. Перенеси в ячейки числа так, чтобы они в сумме давали указанное на аппарате число. Тогда мы сможем накормить собачку. Ну, видите как, здесь у нас стоит число 1, Случайное число, да, или выбор числа. Видите, у нас стоит случайное, поэтому нам единица досталась. Да? Если мы сами выберем число и отработаем с ребенком то, что вы посчитаете нужным, то вот мы ставим сюда нет, а сюда выбираем число. И уже... Чтобы сосиски получать, надо хорошо считать. И мы с вами выбираем ту сумму, которая всегда даст нам семерку. Еще немножко, еще немножко осталось. Плотоядно облизывается собачка в ожидании Верно. еды. Вот. А ребенок называет, думает, прикидывает, да, что в сумме может дать семерку. Верно. Верно. Мы с вами в данном случае, еще раз повторюсь, выбрали число, а оно может быть и случайным образом здесь вам задано. Ура! Ура! Получилось. Лови свою сосиску. Ну, вот такая вот прилетела ему награда. Еще покормим? покормим собачку. Собачку не покормим и смотрим на игру Межпланетный туризм тоже. Игра такая на математику. Сейчас, значит, счет до 10. Посмотрим. То есть с четырех лет уже можно. Да, написано. А, 7-9. О, господи. Так, посмотрим. Я уже... Космический туризм становится все популярнее. Сегодня стартуют очередные ракеты Кальфи Центавра. Помоги инопланетным туристам занять свои места в ракетах. Слушай указаний диспетчера и распределяй всех по ракетам. Посади во вторую ракету двух туристов а в первую на шесть больше. Значит, во вторую двух, а в первую на шесть больше. Да? То есть в эту ракету, недаром там все-таки игра с семи лет, мы должны посадить восемь туристов. Значит, мы их считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. И если мы согласны, что все правильно, в одной ракете два, в другом на шесть больше, тогда нажимаем пуск. Все верно. К пуску готовы. Ключ на старт, всем пристегнуться, взлетаем! Еще. Давайте Поможем? еще разок посмотрим. Ракеты готовы Это все принять. понятно, да? И смотрите, уровень сложности здесь по умолчанию стоит самый простой, а можно и посложнее. Ну, три варианта, да. И просто напомню вам об этом, коллеги, чтобы вы, ориентируясь на то, какие у вас дети-то в распоряжении, пятилетние или восьмилетние, да, вы выбирали им игру. Вот мы выбрали третий уровень сложности, здесь уже три ракеты. Тут уже нужно все посложнее делать, благо. Посади в первую ракету пять туристов, во вторую на два больше, чем в первую а в третью на три больше, чем в первую. Задание, да. То есть, соответственно, конечно, ребенок должен в этом сориентироваться: в одну пять, в другую на 2 больше значит семь, а в эту на три больше, чем в первую. Значит, сюда восемь. И вот таким образом рассаживаем туристов, нажимаем на пуск, и летит, летят наши туристы во вселенную. Осваивать все это. Вот таким образом, коллеги, я вам думаю, что большую часть игр показала. Вы себе представляете, как это выглядит. Три блока, самый необходимый материал. Да? Дети могут сами выбирать, во что им играть, или же вы будете им подсказывать, да, здесь всегда хороший материал, чтобы ребенок, вот он набегался, напрыгался, назагорался, может быть, где-то все, и вот это вот момент после тихого часа или вечером, да, у нас вот, например, на даче ноутбук на улице даже я вытаскиваю на, на, на балкончик такой, вот мы там играем с детьми, это всегда очень как-то здорово и весело, так, это? вот Екатерина из Москвы нас приветствует, а между тем, Кать, мы посмотрели Сколько всего игр на флешке? Точно, давайте с вами определим. Сейчас мы на нее посмотрим. Да? Вот она у нас, новинка, ограниченная серия. Мы действительно ее сделали такой летний родительский вариант. Я открываю, и мы смотрим. Значит, на нее скидка. Так она стоит 3000 рублей, а здесь, смотрите, меньше, чем 2,5. Плюс бесплатная доставка. Значит, что мы видим игры, игры. Вот 24 игры. 24 игры. Еще раз вам показывал. Сегодня скидка больше 500 рублей. Значит, тут подробное описание, что это за игры, на что они направлены. И вот здесь вы прям по все игры у нас подробно расписаны. Вот, вы на нее посмотрели внимательно. На сайте точно так же можете найти и в корзину. Да? То есть покупается это все на сайте. Еще разок покажу. Вы зашли на сайт Мерсиба. Открыли магазин. Вот наш магазинчик. Вот у нас флешка. Спасибо, можно не помогать. И вот вы можете ее сразу там в корзину добавить, потому что вы, допустим, на нее посмотрели. Вот она у вас лежит в корзинке. Вот, все прочитали, подумали, нужно ли вам что-нибудь еще. Нажали, нажали на продолжить. Здесь мы с вами заполняем города. Так, ну, естественно, раскладка-то у нас не русская. Таганрог, я видела, сегодня был с нами. Из Ростовской области. Например, да, как вариант Таганрог. Ну, по-моему, сейчас у нас бесплатная доставка, коллеги. Можно этим моментом прекрасно воспользоваться. И вот тип доставки. Курьер, пункт выдачи, почта России. Выбираете, все заполняете и пишите «Оформить заказ». Да? Вот здесь читаю ваши комментарии, которые были. Спасибо, спасибо. Интересно. Эльвира всегда подсказывает, где флешка. Она вот здесь находится. У нас бесплатная доставка от 2000, соответственно. 2500 тысячи тоже бесплатно. Смотрим, как у нас с вами работает сертификат, а он уже нам доступен, поэтому заполняйте, чтобы у вас остался сертификат о нашей встрече. Здесь некие ваши комментарии и нажимайте на кнопочку «Отправить». Да? Таким образом, коллеги, сегодня посмотрели нашу новинку. Называется «Развивашки Смерсиба». Такая маленькая коробочка, в ней лежит флешка, придет к вам в течение буквально нескольких дней. Заказывается она у нас на сайте. Да? То есть, если вы в данном случае случае на баннер нажимаете, то попадаете прямо на нее. Вот ее кладете в корзину и сразу происходит момент оформления. Тут же наш курьер идет на склад. У нас есть склад. Там лежат все наши флешки и пакует в конвертик с вашим адресом и отправляет вам курьером или почтой, как вы выбрали. Доставка бесплатная, да, то есть получается, что в следующий раз, допустим, будет она стоить свои 3000, доставка вот, там будет 380 рублей, ну, получается, что вы сегодня просто тысячу экономите. Ну и привлекайте родителей, пусть родители покупают эту флешку, а потом вам ее дают. Света спрашивает, как получить сертификат. Вот, Светлана, смотрите, вы находитесь на этой страничке, я сейчас ее листаю вниз, и вот прямо такое большое слово «сертификат». Нажимайте на кнопочку «Получить сертификат», и у вас сразу появится форма. Вы ее заполняете, и в течение пары дней к вам приходит этот сертификат. Он будет в личном кабинете, так как вы зарегистрированы на Мерсиба, и на почте об этом указании. Также у нас, смотрите, продлили акцию скидкой 50% на первые три месяца подписки. Да. Тоже, пожалуйста, можно подписаться достаточно дешево на премиум подписку. Еще и наши мастер-классы будут вам доступны бесплатно. Будут входить туда, в эту подписку и, соответственно, тоже играть где хотите. Наш телеграм-канал я вас всегда агитирую приходить, потому что у нас там розыгрыш может происходить и довольно-таки часто происходит, и разная полезная информация. Вот, понятно. Все, вижу ваши комментарии. Пропал чат, пишут так. Ссылка на сертификат, Катерина, ну тогда обновите просто, обновите, да, и у вас вот здесь вот на этой странице будет сертификат прямо в полный рост нарисован. Надеюсь, что вы его найдете и успешно заполните. Вот, коллеги, а я благодарю вас за внимание и предлагаю вам заниматься с детьми летом, но в таком совершенно спокойном режиме, как просто элемент одного дня. Несколько игр, дети могут поиграть, а так, конечно, дети должны отдыхать, Купаться, бегать, веселиться, дышать свежим воздухом и быть здоровыми главное наше пожелание всем детям. И вам тоже, коллеги, желаю здоровья и радости. И в следующую э, среду встречайтесь уже не со мной, а с Микляевой Натальей Викторовной. Тоже будет интересно, познавательно, документация всегда тема очень актуальная, тем более. Будет обновление тех флешек, которые вы купили по документации, вы э, обязательно приходите. Вот, я с вами прощаюсь. С вами была Екатерина Суслова и все наша дружная команда Мерсибо. До свидания. Русский язык. Постановка звука рэп. Логика внимания, память. Работа с буквами. Сначала записываем простым карандашом, потом прорабатываем э, цветной ручкой. Если вам надо запомнить стихотворение, а ребенок плохо учит, попробуйте подключить движение. Перекидывайте с мячиком. Фонематический слух, звукобуквенный анализ. Пожалуй, никто, кроме логопедов, только не уделяет внимания этой теме. Дети даже с минимальными экзортическими проявлениями, они требуют совершенно другого подхода.